Такие встречи давно уже стали традицией Петропавловска-Камчатского. Но теперь, накануне рыбацкого праздника, они особенно волнующие и значительные. Ленинец – один из тех рыбацких кораблей, которые занимают ведущее место в социалистическом соревновании рыбацкой гвардии Камчатки за досрочное завершение плана 10-й пятилетки. 4 годовых плана уже на счету у экипажа «Ленинца», возглавляемого опытнейшим капитаном, коммунистом Виктором Павловичем Губановым. Всего одной фразой можно сказать об итоге очередного рейса еще одного траулера – Петр Ильичев. Он возвращается в родной порт со всесоюзным рекордом, но за этой фразой 5 месяцев напряженного труда экипажа. Океанские просторы, где траловые вахты один за другим поднимали на борт туго набитые рыбой тралы, не один раз вздымались жестокими штормами. И вот есть пятилетка. Мы в этом месяце встречаем уже 2 БМРТ – Ленинец и Петр Ильичев. Их трудовая победа является хорошим вкладом в общую трудовую победу коллектива колхоза, который брал обязательство день рыбака свой традиционный профессиональный праздник встретить выполнением 7-месячного плана. И вы это сделали. И мы этот праздник встречаем именно выполнением 7-месячного плана, то есть свои обязательства выполняю с честью.